Один из самых приятных способов времяпрепровождения – посещение театра. Поэтому на выходных отправляемся в Саровский драматический театр. 18 марта в 6 часов вечера на сцене начнется лирическая комедия в двух действиях «Сильвия». Сюжет постановки крутится вокруг мужчины по имени Грег, который подобрал на улице собаку по кличке Сильвия. И она стала для Грега не просто домашним питомцем. И в субботу и воскресенье маленьких спортсменов, которым уже исполнилось 3 года, ждут на танцевальной площадке парка Зернова. Ее превратили в уютный детский каток. Работает площадка с 14 часов до 20. В субботу в 14 часов в художественной галерее начнется экскурсия по выставке Светланы Ушковой «Станковая и печатная графика», иллюстрация, авторская игрушка и открытка. В 16 часов заработает творческая мастерская «Первый цвет весны». Всех желающих научат создавать цветы из фетра и текстиля. А в 18 часов начнется экскурсия по экспозиции художественной галереи. В субботу детей и их родителей ждут в музее народной игрушки. В 11 утра там стартует игровая площадка «Игралочка», а в 14 часов начнет работу семейный клуб для тех, кто хочет научиться вязать игрушки. Свяжем сказку сами. В воскресенье в Доме ученых в 13 часов начнется филармония для детей «Карнавал животных». 17 марта в 18 часов на сцене Дома культуры «Досуга в Неев» пройдет концерт Екатерины Мальченковой и коллектива эстрадной песни «Стелла». Каждую субботу в молодежный центр может отправляться тот, кто не мыслит своей жизни без салонных игр. 17 марта вновь соберутся желающие почувствовать себя настоящими мафиози или шерифом. Начало встречи в 20 часов. Приятно провести время можно и в кинотеатре. При выборе билетов можно обратить свое внимание на фильм «Излом времени». В центре сюжета этого фантастического фильма находится история девочки Мэг, чей отец бесследно исчезает во время проведения одного из своих экспериментов. На его поиски Мэг отправляется в компании с одноклассником и младшим кузеном, надеясь, что ее отец смог сделать настоящее открытие в путешествии по разным галактикам. Им предстоит пройти через путешествие во времени, знакомство со странными мирами и необыкновенными космическими существами. Для детей в прокате тоже есть что посмотреть. Мультфильм «Шерлок Гномс». В этой анимации на экран возвращаются герои мультфильма «Гномео и Джульетта». В этот раз сюжет будет наполнен отсылками к известной истории про гениального сыщика Шерлока Холмса. Узнать все тайные секреты новинки можно уже в эти выходные. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.